Здесь... Дедушка Рея. Мало. Хорошо. Команда сидеть. Сидеть. Нет, не хочет. Не хочет. Не хочет. Жди. Давай, жди. Дедушка Рея. Смотри сюда. Это по маме. Не хочет. На команде лежать. Команда умри. Команды все сразу. Только гладьте меня. Все сразу. Гладьте меня, гладьте. Все, и сразу в ноги. Все. А довольный какой. Красавец, красавец. Красавец. Любопытная Варвара. Надо посмотреть, кто же там и что там. То, что он ходит. Пошел. А там никого нету. Нет, кто-то идет. Он просто это с другой стороны кто-то идет. Вот он. Вот он красавец. Вот он красавец. Арнольд красивый. Сын Лидуакитас. Чемпион России. Сын чемпиона России. Вот он. И так красивый. И вот так красивый. Кругом хорош, как говорится. 6 лет. Кругом хорош. Увидел кого-то. А это дети ходят. Детей он не трогает. Похудевший только слегка, да? А? Похудел немножко. Ест сейчас так. Не, я бы не сказала, что он худой. Наоборот, мне сразу бросил в глаза, что он наоборот чуть-чуть набрал. Нет, он сейчас похудел. Похудел, вот да? Ух. Такая, ну, это хорошо. Была, что даже вот эту... Ошейник не помещался. Да, это хорошо, что похудел, потому что очень жарко. Вот. И когда собаки толстые, в жиру это плохо. Нагрузка на сердце. А так похудел, слава богу. У меня уже такая седина. Седина такая. Я такой красивый. Да, лапку. Да, лапку. Это дедушка Рея. Дедушка Рея. Дед! Я дед, поэтому седой. Поэтому я седой, потому Все, что я дед. Хватит, вот так, молодец. Вот так. Лапку даст? Дай лапку. Дай лапку. Дай лапку. Оп, нет. И две лапки, пожалуйста, и две. Дай лапку. Оп, есть. И зубки еще даст. Еще я ближу, все. Сейчас упадет. Это уже от счастья. От счастья. Все, аж подползает. Подползает. Все, Агни, все. Так сильно не заигрывайся. Да, он может заиграться, я знаю. Он так может прикусить, не больно, но так. Угу. От избытка чувств. Может. Угу. У него голова большая. Голова у него большая и хвост. Красивый. Хвост, а голова очень все красивая. Все как серьезно. А глаза какие умные. Не, он умный. Он вообще на самом деле действительно очень умный кот. Кто же там такой? Кто соседи. Там такой? Соседи? Возбудители спокойствия. Соседи должны тихо сидеть.